Те технологии, с которыми мы сейчас имеем дело, цифровыми, определяют наше внутреннее содержание. И причем они определяют не просто с точки зрения информации, что вот вам выдали эту информацию, вы теперь с ней живете. Нет. А действительно с точки зрения того, как наш мозг адаптируется к этой цифровой среде. Вы не помните, там, условно говоря, телефонов своих друзей, потому что их помнит телефон. Многие уже не помнят, не могут вспомнить, как добраться из одного места в другое, потому что для этого они делегировали эти знания, а это значит пространственное мышление, на самом деле, соответствующим мобильным приложениям, которые Google картам, Google Maps, какие там еще Яндекс.Карты и прочее. Да, все, отдали. Вот, и дальше мы, это изменяет голову. То есть, если раньше вы планировали как-то свою деятельность с учетом как бы вот этого внешнего мира, то сейчас вы можете планировать свою деятельность с учетом телефона.